came for. Long shot, but I got the reach. Pop lock, now I'm off the leash. Mic drop, I ain't gotta preach. 101, check ball. You do know, this is my house, right? Yeah, it's my house too. No one can compete. I just do what comes natural. Big time shot by Beagle! Мое первое знакомство с брендом. Мои первые кроссовки Ленин. Ну как первые. На самом деле, когда я жил в Китае, я заходил в магазин Ленин, и там я мерил кроссовки линейки Yishuai и других второстепенных линеек. И тогда они вызывали только полное разочарование. Чего не сказать о юбилейных кроссовках дяди Вади, которые являются идеальным вариантом для первого и полноценного знакомства с брендом Ленин. Друзья, вы на канале Soul Finder. Прожмите авансом лайк этому ролику и подпишитесь на канал. Меня зовут Кирилл, и это детальный обзор на Ленин Way Away 10. Кроссовки стоят много, просто ну очень много, если говорить о ритейл прайсе. Когда кроссовки Леброна Джеймса перевалили за 200 баксов, народ начал бунтовать и обвинять компанию Nike в их жадности. Но азиатские ребята решили всех удивить и взяли кроссовки не играющей звезды NBA и влупили им ценник 230 баксов. Ничего, никто не бунтует. Стоят ли они того? Да, ребят, они того стоят, если расценивать данную пару именно как игровые кроссовки. Кроссовки для игры в баскетбол. Ни прогулок по улице, ни сидения на диване или чего-то подобного. Только для игры в баскетбол. Кроссовки выполнены в синтетике, в различных вариантах синтетических материалов. Они не только делают их легкими, но и делают их прочными. И я уверен, со временем с 10-ми Уэйдами ничего не случится. У нас есть сетка в области носка для классической вентиляции. В местах максимальной нагрузки у нас есть уплотнение из натуральной кожи. И вставки из пластика. Вставки из пластика в тех местах, где они нужны для фиксации стопы. И при этом всем я описал только данную пару. Это расцветка, которая у меня в руках. Если возьмете Ленин Way Away 10 в белом цвете, там корпус будет представлен плетением из ТПУ нитей. А если у вас есть много денег и огромное желание заполучить расцветку тату, тогда у вас тут появится пара в коже, кожи, покрытой невероятными узорами. У меня была возможность протестировать данную пару еще раньше, намного раньше, и быстро выпустить обзор, но тогда на руках была только белоснежная пара, а играть в белых кроссовках это такое себе удовольствие, потому что уже на второй тренировке они не будут такими белоснежными, и показывать их в кадре как-то, не знаю, не прикольно. Поэтому я ждал данную пару, которая обладает максимально стандартными материалами, которые многие смогут найти и на других кроссовках других брендов. Если верх кроссовок меняется от расцветки к расцветке, то есть то, что не меняется. Это подошва. Подошва, которая оснащена на все 200%. Пена Boom расположена по всей длине стопы. В области пятки она, наверное, сантиметра 2 толщиной. И этот слой утончается к области носка. При этом пена окантована со всех сторон мягким полиуретаном. Ну а снизу? Снизу, ребята, дизайнеры Ленин разместили главную киллер-фичу азиатских кроссовок. Это огромный кусок карбона. Это не малюсенькая пластинка, как в Jordan 37 или LeBron 20. Здесь самый настоящий лапоть от пятки до носка. Просто невероятный кусок карбона. Пока другие мелочатся и экономят, азиатские ребята играют на все бабки. Вес кроссовок ну очень низкий, и это первое, что удивляет. Ты открываешь коробку с кроссовками, видишь всю эту многослойность корпуса, и мозг уже дает сигнал рукам, что перед тобой пара, которую ты сейчас возьмешь в руки, и они будут весить примерно по полкилограмма каждый. Но нет, ты достаешь пару из коробки и удивляешься. В голове единственная мысль: нифига не легкие. Кроссовки в среднем весят 380 грамм, и из-за этого ты их на ногах практически не ощущаешь. Материал корпуса тонкий, он легкий, и уплотнение корпуса, стратегические уплотнения, расположены по корпусу очень грамотно, за счет чего их также практически не ощущаешь на ногах.
Область пятки хорошо зафиксирована внутренним набивочным материалом, за счет чего не двигается. Но не зря же я два раза сказал «практически». Самый край пальцевой коробки, который в некоторых расцветках уплотнен кожей, у меня он уплотнен многослойным материалом по типу гиперфьюза, он находится ниже, чем плоскость сетки. За счет чего кроссовки, можно сказать, маломерят. Этот материал попросту упирается вам в палец. Это распространенная проблема, она очень часто встречалась на кроссовках Кайри Ирвинга, дай бог им памяти. За счет чего все Кайри, начиная, по-моему, с четвертой модели, нужно было брать на полразмера больше. Вот и здесь ровно так же. Я всегда играю в кроссовках 9.5 US, но здесь я взял 10 размер. И вот в 10 размере у меня прям пальцы на тонкого касались вот этой области уплотнения, за счет чего я не чувствовал дискомфорта. Но думаю, если бы я взял свой размер, тогда, конечно, пальцы уперлись бы туда, и все равно ноготь, но страдал бы. Поэтому, если вы хотите больше комфорта, возьмите их на половинку размера больше. Если же вы привыкли к максимально плотной посадке, тогда, конечно, свой размер берите, и все будет круто. Касаемо того, подойдут ли они игрокам с широкой стопой. С обычной широкой стопой все окей, на полразмера больше берете и играете, проверено на себе. Но если у вас крайне широкая стопа, тогда извините, ребят, придется пройти мимо десятых кроссовок дяди Вади. Еще одним огромным преимуществом батиных кросс номер 10 является амортизация. Ощущение мягкости подошвы во время бега просто невероятно. Хочется бегать и бегать в них. Но в вопросе комфорта об этом рассказывать не имеет смысла, ну, мягкие и мягкие. Всем куда важнее узнать, как они работают в вопросе амортизации, как они гасят нагрузки. Всем очень интересно узнать, а лучше это показать. Айзея Ривьера. Без сомнений, лучший данкер современности. Последний месяц на его ногах. Какие кроссовки? Все верно, ребята. Ленин Вэйвэй 10. Я даже решил написать ему в Инстаграме, в запрещенной организации в России. Я решил ему написать директ, касаемо того, спросить у него: Айзея, как тебе кроссовки? Можешь оценить от 1 до 10 уровень амортизации данной пары? Конечно же, он мне не ответил. Камон. Я бы еще попросил Рассела Уэсбрука подписать себе джерси. Руссель и Мори, his fans. Russell, can you please sign my jersey? Please, Russell. Please, you're my favorite player. Please, Russell. Как бы там ни было, несмотря на то, что он мне не ответил, если лучший данкер мира в течение месяца отдает предпочтение одним и тем же кроссовкам, значит, у них отличный уровень амортизации. Я проверил на себе, вес 95 кг, и я целенаправленно приземлялся в пятку. Я не смог ее пробить, я приземлялся в носок, то же самое. Пена Boom отлично гасит вертикальные нагрузки, и при этом во время приземления она не расползается в стороны и не теряет свой ресурс. Все это обусловлено тем, что пена окантована клеткой из мягкого полиуретана. А ведь помимо пены, здесь еще есть очень крутая штука. Это огромная карбоновая пластина, размеру которой позавидовали бы даже многие марафонки, многие кроссовки для марафона. Работа карбоновой пластины заключается в возврате энергии вашей стопе. Вы просто сгибаете кроссовок, и дальше дело за малым. Вам просто нужно расслабить стопу, чтобы карбоновая пластина выстрелила вам энергии в ногу, и вы резко побежали вперед. Просто ускоряетесь до невероятной скорости. Я это прочувствовал в кроссовках Clay Thompson 8, Anta KT 8. И это повторилось здесь. Просто нереально. Огромные карбоновые пластины удивляют каждого игрока. Скажу сразу, тракция кроссовок — это тот случай, когда одних она способна взбесить, а вторых ввести в самый настоящий экстаз, в чистую звуковую ярость и такое же звуковое блаженство. Я говорю о том, как эти кроссовки пищат на паркете. Любое ваше передвижение по игровой площадке вы не сможете сделать без звука. Вы будете привлекать к себе внимание то и дело, потому что это очень громкие кроссовки. Думаете, у вас получится зайти за спину защитнику незаметно? Может быть, он вас и не увидит, но он вас сто пудов услышит. И здесь работает самое главное правило, классическое правило. Если кроссовки дико пищат, значит, они настолько же дико и цепляют игровое покрытие. И Ленин Вэйвэй 10 это полностью доказывает. Чистый паркет, пыльный паркет, адский пыльный паркет. Да вообще плевать, на чем играть в этих кроссовках. Они липнут абсолютно ко всему. И, кстати, напишите в комментариях, в каких кроссовках вам больше нравится играть. В тихих или в невероятно пищащих?
продуманный корпус с большим количеством материалов, материалов, которые идеально расположены по стопе. За счет всего этого стопа внутри кроссовок вообще не движется ни влево, ни вправо, ни вверх-вниз, даже несмотря на то, что, например, я играл в кроссовках на полразмера больше. С другой стороны, широкая плоская подошва с большим аутриггером. Да, не классическим острым аутриггером, как в других кроссовках. Здесь скорее это невероятное расширение подошвы. Но все же этот аутриггер работает. Он не дает кроссовкам завалиться в сторону при резкой остановке. А карбоновая пластина не дает их скрутить при тех же самых резких остановках. На выходе у нас кроссовки с отличной безопасностью. Здесь вообще никаких вопросов нет. Удалось ли мое первое знакомство с кроссовками бренда Lenin? О, ребят, да. Way of Weight – это именно те кроссовки, с которых нужно начинать знакомство с брендом. Данную пару можно советовать абсолютно всем. От легких разыгрывающих до тяжелых центровых, потому что кроссовки закрывают абсолютно все потребности. Я читал в сети, что многие игроки жалуются на две вещи в Lenin Way of Weight 10. Это ценник и то, что они недолговечные и очень быстро рассыпаются. Сразу скажу за второе. Я за это, в принципе, ничего не могу сказать, потому что за время тестов у меня с кроссовками не произошло ничего, они по факту даже не потеряли товарный вид за 2 недели тренировок. А вот ценник, это да, ребят, ценник высокий, и он выше даже, чем LeBron 20, Jordan 37 или Anta KT 8. Это самый дорогой флагман из ныне существующих. Но с другой стороны, пара полностью отрабатывает свой ценник, каждую копеечку своей невероятно большой цены. Больше об этих кроссовках мне сказать нечего, поэтому спасибо, что смотрели этот обзор до конца. Вы на канале Soulfinder, прожмите лайк этому ролику, поделитесь в комментариях своим мнением о 10-х Wade'ах. Ну а меня зовут Шелякин Кирилл, и это был детальный обзор на Lenin Way of Weight 10.